Мне задали очень простой вопрос, какую проблему, боль школа вслух решает у тех, кому мы решили помочь. Я сформулировал это таким образом. Дело в том, что сейчас цена неуспешного выступления даже в соцсетях, записать какой-то ролик и накосячить в нем что-то сделать некрасиво, неинтересно, как-то оговориться, не дай бог, или быть в состоянии, из которого невозможно донести что-то интересное. Так вот, цена ошибки для нас с возрастом становится все выше и выше. Этих же проблем у детей, у подростков, ну, практически нет. Редкость, если только на них навесили других ярлыков. Исходя из этой цены, мы просто не делаем маленьких шажков, маленьких упражнений для того, чтобы расширять свои возможности, вот это влияние. Например, у современного инструмента, это TikTok, это шорты, YouTube, это Reels, есть молодые ребята, которые не ограничены ничем, и они пробуют, экспериментируют, и у них получается, они в результате достигают успеха. Мы сформировали методологию, в которой взрослые, ответственные, уверенные, серьезные люди могут тренироваться, и при этом цена ошибки будет нивелирована. Она минимальна. Даже эго не пострадает от того, что здесь что-то не получилось. Мы учим раздвигать вот эти шаблоны, выходить из внутренней кулисы, выполнять различные челленджи и упражнения в рамках нашего курса. И это эффективный путь, методология формирования оратора. Потому что тело подчинится психике, которая раздвинула свои границы до степени «у меня получилось». Дорогие друзья, приходите к нам, будем работать мягко, элегантно. И по секрету вам скажу, цена ошибки – нисколько.